Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня обзор седьмого заказа по каталогу Avon. Заказа по седьмому каталогу, если по-русски сказать. Он получился большой, необычный и, в общем, интересный. Лично мне это кажется. Давайте начнем вместе с вами. Начну, как всегда, с таких популярных продуктов. Первое, что у меня заказали, это большой шампунь, увлажнение и цвет, гранат и масло камелии. Он стоил 165 рублей, это хорошая цена. И я сейчас смотрю, сколько стоит в магазинах шампуни с таким объемом, и понимаю, что, несмотря на то, что многие жалуются на цены в Avon, пока там есть что покупать выгодно. Если подходит этот шампунь, они неплохие, они такие рабочие лошадки, которыми можно пользоваться, например, там два раза в неделю, а третий раз в неделю вы будете пользоваться каким-то крутым, я не знаю, супер насыщенным маслами шампунем. То есть такой, знаете, на каждый день шампунь. Вот для меня лично есть девочки, которые ходят на работу и каждый день моют голову, то есть 5 дней в неделю, и вот им очень удобен такой формат. Дальше у меня есть клиентка, которая заказывает у меня раз в год, но все спрейчики. В этом году случилось то же самое. Она заказала все спреи в каталоге. Они стоили по 125 рублей. Сладкая слива и ваниль, орхидея голубика. Это у нас гранат и манго, нежный миндаль и ландыш, цветущая сакура. Что у нас? Ваниль и сандаловое дерево. И последний, маракуя и пион. Эти спреи стоили, я еще раз повторюсь, по 125 рублей. И еще один спрей у меня заказала клиентка. Он стоил 145 рублей, там была акция, можно было купить 3 продукта, и каждый стоил бы из этой серии по 89, но ей нужен был только спрей. Ну, в общем, такая у меня, знаете, как говорят, батарея, да, вот батарея спрейчиков в этот раз. Любят их мои клиентки. Я никак не могу с ними ужиться, и, в общем, именно поэтому я их не покупаю, но вот клиентки, как видите, обожают их. Дальше гели для душа, тут уже я могу сказать, что у меня тоже с ними любовь, по 79 рублей они были в этом каталоге, мне кажется, такая нормальная, стандартная цена. Небесная гармония с ароматом ландыша и яблока. В прошлый раз я перепутала и сказала, что это аромат сирени. Дальше бразильский водопад. Это мужской гель для душа. Но для меня, если честно, я бы не сказала, что он конкретно мужской. Я таким бы тоже могла пользоваться. У меня сейчас такой стоит у супруга, и он им очень-очень доволен. Вот. Хорошие гели. Единственное, вот у меня недавно буквально совсем из последних обзоров кто-то написал, что гели для душа от Avon мне очень сушат кожу, и я ими осталась очень недовольна. Я понимаю, что у всех кожа разная, и я не могу сказать, что они подойдут всем, но вот лично мне, моему супругу, моим родителям, сестре подходят. Также в этом каталоге было неплохое предложение, был набор, в который входила пена для ванны французская сирень в объеме 500 мл и очень хороший гель для душа блаженство с ароматом фиалки и жасмина. Этот набор стоил 200 рублей. По сути, оно так и выходит. По акциям эта пена 129 рублей, а гели для душа по 75, по 79. То есть вы выигрываете там максимум 10-15 рублей, но вы выигрываете, именно поэтому у меня клиентки стараются такие предложения не упускать и, в общем-то, всегда обращают на них внимание, тем более, что если вам нужна пена, в этом случае, мне кажется, выгодно брать именно пену, потому что на геле для душа почти каждый каталог какие-то акции. Также, что касается ухода. Увлажняющее молочко для ванны с молочными протеинами и витамином Е. Это молочко стоило 175 рублей. Заглядывая вперед, в следующем каталоге оно будет выгоднее. Щит, вы знаете, вот восьмой каталог, я уже его изучила и понимаю, что он по ценам
вот, ну, удачнее, чем седьмой. Некоторые, конечно, есть исключения из правил, но в основном спреи, вот у меня клиентка купила по 125, там в восьмом каталоге очень хорошая будет акция, где спреи будут стоить по 90. На каждом спрее как бы 35 рублей, с учетом масштаба, это очень ощутимо. Также, что касается ухода, за 125 рублей подруга купила средство для интимной гигиены. Вот оно как раз в следующем каталоге будет дороже, поэтому подруга у меня молодец. Хорошие эти средства, очень у меня их любят подруги, да и я сама ими пользуюсь. Также из наборов, давайте вам покажу, был мужской набор у меня в этом заказе, который назывался «Активизируйся». В него входило три средства. Комплексное средство для волос, кожи и тела. Три в одном, шампунь, ополаскиватель, гель для душа. А дальше, это у нас два в одном, гель после бритья. И комплексное средство для лица, очищающий гель и гель для бритья. Этот набор стоил 309 рублей. Хорошая цена, но у меня вот у супруга есть средство от Avon. То ли у него руки не доходят, то ли не тянутся к этим средствам. Но уж очень долго он его использует. И я бы не сказала, что он остался супер доволен ими. То есть такое тоже средненькое и на вкус и цвет. Не всем мужчинам подходит. Что касается ухода для кожи, уже для девушек, средством от серии Nutri Effects это скраб, гель-скраб для лица. Сейчас, секунду, я прочитаю, найду точно, как он, пилинг для лица, что ли, вот так, гель-пилинг для лица. Он у нас стоил 175 рублей, и у меня заказала девушка вот этот гель и просто скраб. И я, насколько понимаю, скраб выходит из каталога, потому что у меня на сайте загорелся серым кружочек, в этом каталоге уже его нет, к сожалению. И, в общем, я так и не попробовала тот скраб, и этот гель я тоже не пробовала. Пахнет, как вся серия Nutri Effects, и мне очень нравится эта серия, я обязательно его попробую тоже. Также у меня заказали скраб, но уже из серии Nutri Avon Naturals. Он стоил, на мое удивление, 125 рублей. Вы знаете, я помню, когда эти штучки стоили по 80 рублей. Сейчас 125, и мне кажется, очень дорого. Ну, в общем, не знаю, с учетом объемов 75 миллилитров. Я бы не сказала, что это шикарное средство какое-то. Если уж на то пошло, то лучше доложить 50 рублей и купить Nutri Effects. Кстати, здесь у нас... Я так подозреваю, 100 миллилитров, да. Хотя бы по литражу выгоднее. Ну, тут кто как, знаете. Вернемся к волосам. За 99 рублей у меня купили шампунь 250 миллилитров Advanced Technics. Я... Advanced Technics, по-моему. Я хорошо отношусь к этим шампуням. У меня буквально недавно закончилась двоечка. Хорошая цена. Ну, кстати, в восьмом каталоге будет великолепная цена на 400 миллилитров. Здесь 100 рублей, а там за 400 миллилитров будет 125. Поэтому обратите внимание. Также, что касается волос. Маска гранат и масло камелии Avon Naturals заказала у меня подруга. Тоже в следующем каталоге будет выгоднее. В этом 85, в следующем, по-моему, 70. Ну, в общем, немного, но все равно. Восьмой каталог оказался по ценам выгоднее чуть-чуть. Также было предложение купить три по одной цене, а если один... А, нет, купи два за 200 рублей, а если один, то 109. Это экзотический рай, охлаждающий лосьон-спрей для ног. Ну, вот клиентка у меня, она купила и спрей за 145, и здесь она купила за 109. Ей удобнее покупать по одной штучке, чем сразу несколько. Ну, здесь на вкус и цвет, знаете, вот серьезно. Бальзам-спрей для волос за 109 рублей. Тоже неплохая цена, кто-то их очень любит, я никак не могу к ним привыкнуть, честно говорю, и у меня есть только один, который очень расхвалили, по-моему, абрикос, и я никак не могу его закончить, мне кажется, я скоро просто его выброшу, ну, к чему, просто продукт простаивает. Также вот была великолепная цена на сыворотки, здесь не дать не взять, 175 рублей, у меня их заказали целых две. Это у нас мгновенное восстановление, давайте покажу, как оно выглядит. Насчет сыворок разные мнения, я лично считаю, что одна из
самых удачных, у них все-таки зелененькая, но кто как, знаете, на вкус и цвет. Сила и восстановление, мгновенное восстановление, 7 преимуществ. Вот так. Сразу две клиентки у меня. Но у меня вообще девочки их любят, потому что они на самом деле запечатывают в конце. Эти сыворотки благоприятно влияют на ваши волосы. Ничего плохого сказать не могу. Так, ну давайте приступим к самому интересному. Это водички. Incandescence 275 рублей стоила. Она маленькая, 30 мл, но это никак не влияет на ее качество. Хорошая вода. Avon Pure. 400 рублей, если быть точнее, 399 рублей. Здесь у нас 50 миллилитров. Хорошая свежая вода, очень мне понравилась. И весенняя, и летняя. На каждый день просто шикарный вариант. Хорошая, приличная упаковочка. И достаточно такая скромная цена в этом каталоге. В восьмом, в следующем будет точно такая же. И еще у меня заказали Avon Pulse. Она стоила 425 рублей. А, такая для меня... водичка-компот, но очень приятная. Она есть у моей подруги, и когда я к ней прихожу, все равно у меня рука тянется, я всегда нюхаю колпачок. Неплохая вода. Также давайте приступим уже к декоративке. Благодаря своим клиентам я выполнила предложение, где было сказано собрать, купить продукцию на 500 рублей и приобрести... косметичку за 100 рублей. Мои клиенты заказали двойной набор для дизайна бровей в оттенке Soft Brown. Этот набор, мне кажется, есть почти у всех. Он стоил 265 рублей, это его стабильная цена, плюс-минус 5 рублей. И также у меня заказали помаду-маркер, она стоила 269 рублей в оттенке клубничка, Rosemary. Здесь очень хорошо должно быть все видно. Вы знаете, я вообще своим близким друзьям говорю всегда про эту помаду. Ну, потому что она такая сомнительная, если честно. И она очень пахнет маркером. Она реально не помада, а маркер, на мое ощущение. У меня брала ее очень близкая знакомая и сказала, что сушит губы и 3 дня мажешь чуть ли не медом, а толку ноль, как бы. Но это заказала как бы просто девочка, у которой попался ей на руки каталог, и я не стала ее, если честно, отговаривать, потому что, ну, не знаю, как-то мне было стыдно, что ли, но я думаю, что она мне тоже выскажет свое недовольство. Я не настаивала на этой покупке. Также у меня заказали помаду в оттенке Сангрия за 209 рублей. Пробник этой помады я дала девочке с заказом, ей очень понравилось, и она сразу же у меня заказала. Хорошие эти помады, я вообще являюсь поклонницей помад Avon. Ничего не могу с собой сделать. Ну, естественно, вы понимаете, что я выполнила это предложение, именно поэтому я приобрела косметичку. На косметичку распространяется скидка 15%, несмотря на то, какой заказ у вас был. То есть она мне вышла 85 рублей. А я уже ее наполнила. В каждый карманчик помещается достаточно много средств. Здесь поместилась почти вся моя декоративная косметика. Но я считаю, что сюда можно поместить также и зубные щетки, зубные пасты, там какие-то гели для умывания. Собирается все достаточно, как видите, легко и просто. Хорошая для меня travel такая косметичка, очень удобная, очень симпатичная, стильная. И я не люблю, когда висит такое на стене, но вот в дорогу, в поездке, как раз перед летом я скоро уезжаю. Она мне пригодится, и она достаточно хорошо, качественно выполнена. Никаких у меня не было. Единственное, знаете что? Что вот этот крючок у меня висит не очень ровно. Он как-то пришит, она чуть-чуть... Ну, это... Вот, видите? Ну, это ерунда, это не так важно. Я осталась очень довольна этой косметичкой, честно вам скажу. Я ожидала за 85 рублей хуже. Чик. Наверное, не видно. Вот так давайте. Так видно. Дальше, последнее, что у меня заказали, но самое дорогое, это купальник за 1400 рублей. Так, он красного цвета. Он никак не называется, к сожалению, он называется просто купальник. Я вам сейчас его покажу на картинке. Меня заказали его 48-50 размера, и я посмотрела, он прям будет...
как раз на такой размер, у него очень хорошо лежит на груди. Вот грудь очень хорошо будет лежать в таком купальнике. Хорошие лямочки. Для женщин с большой грудью, крупных женщин, будет просто великолепно. Хорошо сделан купальник, прилично выглядит. Никогда никто не подумает, что вы его купили в Avon. И вообще, кстати, 1400 для купальника, я считаю, это не очень дорого. Смотрите, сейчас я вам покажу. Вот посмотрите, какая здесь такая очень большая чашечка. И это все уходит в такие массивные лямочки, которые будут держать все. Неплохая ткань. Кто-то мне написал, что в таких купальниках очень жарко. У меня такой купальник, я бы не сказала, что в нем жарко. Ну, если вы соглашаетесь на слитный купальник, то вы подразумеваете, что в нем будет как бы, ну, не будет там, знаете, дышать тело, как будто без него. Здесь такой декоративный элемент, который, на мой взгляд, приподнимает грудь и утягивает вот все, что нужно утянуть, как бы. Как видите, чуть-чуть я вот вижу ниточку. Ну и это все здесь, естественно, вот эти наклеечки. Хороший купальник. Это купила моя тетя, которая уже покупала купальник в Avon, и осталась очень им довольна. У нее большая грудь, и она прям радуется тому, что вот эти лямки такие надежные, и они грудь ее неплохо держат и справляются со всеми своими, как говорится, требованиями, ее, вернее, требованиями. Неплохой купальник, я осталась довольна, я очень за него переживала, что он будет маленький, но, по-моему, он будет очень даже ничего. В принципе, это был весь мой заказ. Естественно, я сниму обзор каталога. Скорее всего, заказ выйдет чуть-чуть пораньше, потому что муж еще не пришел с работы, и у меня сейчас ребенок смотрит мультики, поэтому я бегу к ребенку, но я надеюсь, вам понравился этот заказ. Я сегодня, кстати, как-то очень далеко поставила камеру. Неплохой заказ. Я, кстати, кто остался меня смотреть до конца, я уже поболтаю с вами чуть-чуть. Прошу прощения за прошлый заказ, за прошлый обзор. Очень плохо себя чувствовала, и поэтому вообще не могла сконцентрироваться. В этот раз я надеюсь, что заказ получился и обзор информативным. Из моего в этом заказе только косметичка. Я вообще ничего не заказывала, потому что как-то этот каталог меня не вдохновил. Я понимаю, что, скорее всего, буду заказывать вот в 8-м, потому что очень хорошие предложения и очень хорошие цены. Спасибо всем огромное, кто посмотрел мой обзор, мой заказ. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока и до скорых встреч!